Всем привет! Друзья, товарищи, сразу по традиции перехожу к делу. Сегодня, обратите внимание, обращаюсь к тем, кто изучает Таро. Обратите внимание на то, как я буду считывать информацию с карт Таро. Через взаимодействие трактовок с изображением. Поехали. Вопрос. Что действительно произошло 30 июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, где на огромной площади был повален лес? Так называемый Тунгусский феномен. Что это было? Покажите тремя картами. Таро не увижу. Справедливость. Правосудие. Тройка кубков. Сила. На дне колоды и паш пентаклей. Итоговый аркан. 11 плюс 3 плюс 8. 22. 2 плюс 2. 4 пирата. Начало. Паш пентаклей. Стихия. Земля. Это что-то земное. Плюс открытый процесс. Справедливость, правосудие. Ход развития чего-либо. В процессе чего-либо. В ходе, во время совершения чего-либо. Течение, ход, развитие какого-нибудь явления. Последовательная, закономерная смена состояний. В развитии чего-нибудь. Стихия справедливости – воздух. Дальше тройка кубков. Объединение с другими, работая вместе. Соединение, единение. Возможно, трех каких-то элементов. Взаимодействие трех каких-либо элементов. Сила – карта очень мощной энергии. Стихия карты – динамичный огонь, внутренняя сила, принятие других форм, взаимодействовать с. Внутренняя сила – какие-то элементы, земля, воздух, в процессе соединились, слились, взаимодействие друг с другом. Взаимодействие в воздухе трех каких-либо элементов. На карте сила в воздухе мы видим какого-то воздушного дракона с хвостом. Форма его нечеткая, расплывчатая, в виде какого-то облака длинного. Император, устроение, структура, стихия огонь. Это что-то земное. Это не из космоса прилетело. Это земное. Открытый процесс взаимодействия трех элементов. Земля, воздух. Какие-то элементы в земле, какие-то в воздухе. Что могло в глухой тайге повалить лес на большой площади? Друзья, товарищи, я стал искать в интернете версию, которая подходила бы к тому, что мне карты Таро показали. Я сперва сделал расклад, а потом уже стал искать версии. И я такую версию нашел. ДН Тимофеев из Красноярска. В описании к этому ролику дам сразу несколько ссылок на его версию. Почитайте. Несколько ссылок вдруг на каких-то сайтах удалят информацию. Я поэтому дал сразу несколько ссылок на разные сайты. Смотрите, если коротко, в чем заключается его версия? Если коротко, из земли мог выйти газ в больших объемах. Он более легкий, чем воздух. Его погнал ветер. В верхних слоях атмосферы, в воздухе,
взаимодействия с озоном газ вызвал свечение неба. По небу плыли светящиеся перламутровые облака расплывчатых длинных форм. Когда ветер стих, газ продолжал выходить и образовал в Тунгусской тайге несколько облаков смеси газа с воздухом. Утром 30 июня на левобережье Енисея была гроза. Молния попала в газовый шлейф и произошла детонация. Как вышел газ в больших объемах в тайге? Примерно за 10 дней до взрыва в этом районе произошло небольшое землетрясение. От этого землетрясения произошло вскрытие месторождения природного газа. Это если коротко. Более подробно по указанным мною ссылкам. Дальше стал делать расклады. На других колодах стал смотреть. Вопрос тот же. Таро колесо года. Пятерка кубков. Справедливость. Правосудие. Восьмерка пентаклей. На дне колоды туз кубков. Итоговый аркан. 1 плюс 5 плюс 11 плюс 8. 25. 2 плюс 5. 7. Колесница. Обратите внимание. Вторая колода Таро указала на старший аркан справедливость. Правосудие. Открытый процесс. Рабочий по восьмерке пентаклей. Открытый природный процесс по справедливости правосудия. Смотрите на изображение. Это явно природный процесс. По объединению туз кубков, пяти каких-то элементов, факторов, пятерка кубков, было нарушено равновесие в каком-то природном рабочем процессе. Пятерка кубков плюс справедливость правосудия. В воздухе. Стихия старшего аркана, справедливость, правосудие. Чего-то было мало, а чего-то в избытке. Где-то убыло, а где-то прибыло. Такая информация идет. Это природное что-то, процесс, явление. По колеснице такие разные, и вместе сложное, и разойтись нельзя. Произошло соединение каких-то элементов в неверной пропорции, нарушенное равновесие. И здесь тоже старший аркан справедливость, правосудие. Стихия, воздух, открытый процесс. В колоде Второго колеса года здесь четко видно, что речь идет именно о природном процессе. Рабочий природный процесс, открытый. Здесь никаких тайн нету. Процесс, который вызвал у людей ужас и удивление. Вот такая информация от этого расклада. Следующий расклад. Колода «Золотое Таро» Артнува. Вопрос тот же. Шестерка пентаклей, девятка пентаклей, двойка кубков. На дне колоды восьмерка мечей. Итоговый аркан – семерка, колесница. Указывает на движение элементов. Таких разных, но все они в одной единой упряжке. Так сложились обстоятельства. По восьмерке мечей в воздухе нестандартная ситуация. Такое бывает крайне редко. Вы знаете, как восьмерка мечей проигрывается? Нестандартная ситуация. Мечи – это воздух. Дальше идут снова пентаклевые карты. Это земля, ресурсы. Шестерка пентаклей – знание, незнание секрета. Быть сверху и быть снизу. Распределение, ресурсы, источники, средства, материал. Сила, энергия, мощь, энергетика. Взаимодействие с ресурсы, которые имеют материальную ценность. Энергия, мощь, энергетика. Это газ. Без вариантов. Девятка пентаклей. Изобилие богатства. Это когда чего-то, ну просто в огромных объемах. Очень много. В огромных объемах. Газ в огромных объемах слился, объединился с каким-то другим элементом, по двойке кубков. В результате движения по колеснице. Все. Друзья, товарищи, мне лично этого вполне достаточно. В трех раскладах
пентакливые карты. Это Земля, ресурсы, которые находятся на нашей планете. И к космосу не имеют никакого отношения. Союз, объединение, слияние, взаимодействие каких-то элементов. Все три расклада на это указали, но по-разному. Открытый, рабочий процесс, природный. Нарушение баланса, чего-то в избытке, а где-то убыло. Газ в огромных объемах вышел из Земли. В принципе, кто дружит с наукой, этой моей информации вполне будет достаточно. Какие именно элементы, помимо газа, и с чем взаимодействовали, вступили в контакт, это уже работа ученых. Я свое дело сделал. Никаких тайн здесь нет, абсолютно. Нестандартная, крайне редкая ситуация. Но похожие вещи, события уже на нашей планете происходили. Это точно. Для меня лично минус одна тайна. Очень жаль, что ученые не привлекают к своей работе тарологов. Очень жаль. Смотрите, друзья, товарищи, следующий расклад — башни-близнецы в США. И почему люди болеют страшным недугом? Там писали мне в комментариях. Многие поддержали именно эти ваши вопросы, поставили лайки, много лайков. Но я еще немного подожду, мы договорились, неделя. Может, какой-то другой вопрос вырвется в лидеры. Они там, по-моему, вровень идут, башни-близнецы, недуг этот. Может, какой-то другой вопрос вырвется в лидеры. Время еще есть. Друзья, товарищи, Таро New Vision продолжает меня удивлять. Вот реально, одна из лучших моих колод. Обязательно приобретите ее. Обязательно. На Ютубе я обратил внимание, да и вы наверняка, с этой колодой практически никто не работает. А зря. Одна из лучших моих колод. На сегодня все. Всем удачи и до связи. Счастливо.